Это уже 10-е в этом году заседание Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженностей. На него были приглашены более 20 неплательщиков. В общей сумме они задолжали в консолидированный бюджет Московской области свыше 126 миллионов рублей по налогам и арендной плате за землю. Члены президиума озвучили общую статистику за 2020 год. В 2020 году проведено 10 заседаний комиссии по погашению задолженности по налогам и арендным платежам. Рассмотрена сумма задолженности 1 миллиард 690 миллионов рублей. Погашена и либо урегулирована 1 миллиард 22 миллиона рублей. Это более 60%, если точнее 64%. Во время подготовки к заседанию некоторые из должников частично или полностью погасили задолженность на общую сумму 50,5 миллионов рублей. Остальным члены комиссии настоятельно рекомендовали рассчитаться с долгами в установленные сроки. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».